Добрый день, дорогие мои. У нас сегодня не доброе утро начало, а добрый день. Ко мне приехала в отель моя подруга из Хоктемберяна, которая уже живет 27 лет в Абу-Даби. Паспорт у нее абудабский. Седуль, покажи седулю моего. Моя красавица. А что хочу вам сказать, дорогие мои. Она принесла из своего огорода, из своего дерева. Хурма, который я очень люблю, хотя, может быть, мне нельзя, но я люблю. Хочу вам сделать вот такой обзорчик, смотрите. Я такой цвет не видела, смотрите, это его родного, из родного огорода. Она сама это дерево посадила, и вот смотрите, какая интересная. Я хочу попробовать, но она говорит, надо мыть. Мыть надо потом, потому что это из дерева, натуральный. Вы представляете? Спасибо огромное, Седаджан, чтобы у тебя дерево бесконечно цвело. Вот это частные дома. Мы сейчас приглашены в одном доме. Хочу вам показать, куда мы идем в гости. А, Давулик! Привет, Давулик! А это какая улица? Вы где? Джумейра парк. О, вы Джумейра парк. Вот Давид нас пригласил в гости, будем мастер-класс делать. Ну, очень красиво. Ага, красота. Если здесь дача на кучу, да, Витя. Вот не расхеривали. А русная, если хурми цавет, хурми волки из берега, а если цавет. Боже, если пальма я. Че, ай, кур, если хурма. Это дерево как хурма. Какая красота, как красиво. Здравствуйте, здравствуйте. Дай-ка хоть одними вас. Это как коммерческая, да? Баня. Какой хотят баню, чтобы покушать, побеситься, караоке. Это... Так и называется ля дача. Ну, вы не живете здесь? Не, у меня дома, у нас свои дома. Да, такой у меня тоже в это Пятигорске есть. Да, пройдите туда, пройдите. Ой, запах аж прям сено. А сено зачем? Ой, люди любят сено, чтобы да, по сену идешь, на сено ложишься, тебя парят профессионально. Ну, у меня все вот это все как без сена. Ну, вообще у меня сена полно там, да, Пятигорске. Да, мы специально. Ну, просто я хочу понять, все, почему вот, все, сено. Это модно. Ну, как бы все любят сено. Ну, у нас вот это бьется, вот все там зеленые бьются. А, вот это, да. Молодцы. А, у них вот таких несколько домов, получается, они люди арендуют. Мы делаем сейчас мастер-класс для нашей девочки. Обязательно, чтобы кислорода было, чтобы она была воздушная. Вот у тебя тоже неплохое тесто. Неплохое. Просто я сейчас тебе кое-что научу. И сегодня, если я больше делаю, потом будешь печь ходить? Конечно. Да, она не пропадет. Вот, вот, умничка. Давай, 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 давай. Давай. Отлично. Если мы сделаем вот такую половину, она должна поднять вот так. У вас тоже это? Да. Да. Нам нужно такую, смотри, небольшую, смотрите. Делаем дрожь. Соль крупный, молодец. Вот такой соль. Сахар. Соль тоже можно. Чуть-чуть также сахар. Смотрите, здесь ничего лишнего не нужно, но все нужно вот ложку сахара. Сахар почему сделаем? Чтобы... Горы, вот такая, чтобы быстро... Форму. Чтобы быстро поднял. Да. И, конечно, естественно, обязательно чуть-чуть масла. А взрывачка чапу, да, сам? Я на глаз. И вот она тоже делает. Что для этого нам нужно? Сейчас водички тепленькие, средненькие добавляем. А, если... матна красивана, Да, вот так добавляем. Ничего сложного здесь нету. Самое главное сделать любовью. Самое главное. Я раньше еще мука 50 килограмм сделала, килограмм муки сделала за 20 минут. Да. Смотри, за сколько минут мы сделаем такое тесто. Это для меня вообще игрушка. Мы еще собираем. Ты видишь? Она должен вот так вот, видишь, чтобы не прилипать. Это еще не все. Ты видишь? Видишь, вот так вот это все мы должны. Это тесто для хлеба, это тесто для хачапури, это тесто для... Для хачапури тоже можно? Да, хаджарский хачапури, какой вкусный это. Абсолютно тесто. Видишь?
Сейчас что делаем? Подожди, это еще не все. 7 минут, да? Ну и все готово. Тани Лопер, видишь? Тело мастера боится, это ее. Помочили. Просто берем вот так. Чтобы она шарики не осталась, надо вот так. Да, вот это у меня не получается. Ага, Аня. Ага, вот так. Вот это вот я стараюсь, но не получается. Нет, это еще не все, подожди. Так, первой воды уже мы делали. Смотрите, она уже собирается. Смотрите. Все, мы воду сделали, что размягчали все крупные, что-то если осталось. Теперь пошла. Там шариков не останется, и они будут воздушные, волдыристые. Смотри. Мэри. Тесто сейчас его оставляем. Оставляем. Иисус Христос. Все, крестимся. Это Иисус Христос. Вы можете не делать, но я так делаю. Закрываем. Хорошо, сейчас умотаем хорошенько, чтобы быстро подняла. А то ждать долго не хочется здесь время. Сейчас кофе попьем, она туда-сюда и будет. И такое. Хочешь хачапури сделаю? Да. А сыр есть? Все, и я вам хорошо укутайся. Я рекохкас. Сегодня мы делали только не только маленькие матакаши, еще аджарские хачапури. Смотрите, как красиво у нас получается. Сейчас как снимем. Нереально просто. Да. Сейчас посмотрим. Красиво, красиво. Можно сырое яйца добавлять, можно масло домашнее. Вкуснятина будет. Это хаджарский у нас получится. Видите, как красиво. Это в Дубае. И мы делаем все. И армянский, и хаджарский, и грузинский. Это не имеет значения. Самое главное, готовить с любовью, дорогие мои. Да, самое главное. Где бы мы ни были, какой бы продукт, кто готовит, то и молодец. Мясо лепешечка, смотрите, какая красота. Матна каша. Смотрите, какая красота у нас получается. Через 5 минут полностью снимем. После мастер-класса аджарских хачапури мы, вот у нас уже хачапури готово, мы хотим добавить сливочное масло туда. Вот кусочек сливочного масла. Она будет такая вкуснятина. Нам это научила Рус-Кавказ. Блогер Рус-Кавказ. Она делает такие хачапури. Она очень вкусная и сытная. Вот так мы его перемешаем. И будет такая вкуснятина. Приятного аппетита всем!